сегодня для вас первый и последний раз исполняется шансон о генеральской дочке. Петербурге на Малой Садовой генеральская дочка жила. Ее папа погиб на Балканах, ее братец ушел в терроризм. Соблазнил ее змей-искуситель, он ужасно ей сердце разбил. Генеральская дочка страдала и хотела уйти. Она все худела и однажды пошла на панель. Там с матросом она повстречалась и с матросом всю ночь провела. А когда она утром проснулась, посмотрела на рожу его, спокойно поправила окон и сказала: «Арбле, ничего». Ой, вы женщины, что же вы, бляди, неужели нельзя потерпеть? Если станете вы с кем попало, кто же нравственность будет хранить? Ой, не горе. Вот так, вот так. Идем, ладно.
Мадемуазель, перерыв. Мерси. У меня такое ощущение, что он на меня все время смотрит. Так это же хорошо, глупенькая. Он влюбится в тебя и будет писать про каждую твою премьеру. Да. Посмотри, какой он тоже старый. Да брось. Это не важно. Как же не важно? Все свободны. Зато знаменитый. Мадемуазель Спесивцева, подойдите, пожалуйста. Мадемуазель, хочу представить вас моему старому другу Акиму Волынскому. Господин Волынский почитает вас талантливой. Я рад, что его мнение совпадает с моим. Я действительно видел вас на выпускном спектакле, мадемуазель. Вы были, как бы это сказать, захватывающе оригинальны. Благодарю. Я бы хотел, если вы позволите, продолжить этот разговор, если вам он, разумеется, хоть до какой-то степени интересен. Разумеется. Я подожду вас? Да, конечно. Благодарю. Где вы родились? В Ростове-на-Дону. Большое счастье для вас жить именно в Петербурге. Его воздух должен питать ваш талант. Мне кажется, в природе вашего дарования есть какая-то сумрачность, как и в этом городе. Обреченность, трагизм. Знаете, часто гуляя по Петербургу, я думал о том, что радостный талант здесь должен погибнуть, а драматический, как ваш, дорасти до истинного трагизма. Я вообще не слишком люблю радостные таланты. Они как-то... Глупы. Пожалуй. Я думал, вам скучна моя болтовня, а вы меня слушаете, и даже очень внимательно. Я читаю вас очень внимательно, месье Волынский. Впервые вижу столь юную, очаровательную особу, читающую критические статьи. Итак, мы говорили о вашей сумрачности, но в жизни вы, наверное, жизнерадостны? Ну, я бы про себя так не сказала. Я думаю, в жизни радоваться грех. Что же, вы склонны к мистике? А вы разве нет? Ну, об этом мы когда-нибудь поговорим. Я вообще хотел бы много беседовать с вами, Ольга Александровна. Прежде всего, о вашем танце. Благодарю. Не благодарите меня так часто, иначе могу возгордиться. Вы обворожительны. Мартну поздравляю, это триумф. Спасибо. Настоящий большое, триумф. Оленька, вы сегодня покорили всех. Всех. Даже вас. Ну, я давно поел. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю. Я. Так вы довольны мной? О, Холли, вы даже не представляете, что вы сегодня с нами со всеми сделали. Я так, правда, счастлив, как будто это я сам сегодня танцевал. Ну, наконец-то. Я уже думала, что никогда от вас этого не дождусь. Да, Оленька, я совсем забыла. Тебя обязательно просили передать вот эти цветы и фрукты. Позвольте узнать, от кого? От некоего Бориса Каплуна, пламенного почитателя. Это от какого Каплуна? Это который с каменем работает? Видимо, да. Да. Это ужасно, ужасно. Что такое? Ужасно. Балетные зрители, балетные, обращаются с балеринами, как с дешевыми кокотками. Цветы, фрукты в голодном городе. Просто мерзость. Ну, во-первых, это не мерзость, а розы. Во-вторых, с нами всегда обращались, как с кокотками. Ну, все, довольно, довольно, Сергей Аким Львович. Поехали, поехали домой. К вам? Да нет, к вам. Устинья Мартовна, до свидания. Не запретите вашей дочери
общаться этой чекистской шпаной. Нет, нет. Да какими силами ты не заставишь меня есть чекистские яблоки? Нет, нет. Нет. Так и Ева и соблазнила Адама. У нас, по-моему, было все наоборот. Это как посмотреть. Что с тобой? Чего ты погрустнела? М? Да, все от того же. А что от того же? Господи, как будто ты не понимаешь. Надоело мне приходить к тебе, потом уходить. Не для меня это все. Оля. Опять? Ты подожди. Ты же сам говорил, что талант надо беречь. Говорил? Ну, говорил. Мне нужен покой. Мне нужно, чтобы кто-то был рядом. Чтобы я не была одна. Ведь я рядом. Нет, таким ты не рядом, ты один. И я одна, и оба мы сами по себе. Оля. Прекрасно знаешь, что все это, к сожалению, невозможно. Зачем ты все портишь? Озабочены? Я? Угу. Да нет, просто я пришел к вам. Благодарю вас, товарищ Каплун. Я просил бы вас называть меня, пожалуйста, Борис. Это приказ. Ольга Александровна. Ну, хотя бы на некоторое время, неужели вы не могли бы увидеть во мне друга, преданного и восхищенного? Меня право обижает, когда вы так со мной говорите. Ну, хорошо, хорошо, Бог с вами. Борис так Борис. О чем мы будем разговаривать? Ну, например, о вашей новой роли. Mm-hmm. Я давно мечтал увидеть вас в Жизель. Да вы балетоман с пистолетом. По-вашему, с пистолетом балет любить нельзя? Плохо вы знаете жизнь. А вы хорошо знаете жизнь? Думаю, что да. Да вы эстет, и жизнь вы хорошо знаете. Ну, тогда скажите, а что, по-вашему, из себя представляет Жизель? М? Вот что, Ольга Александровна, я вам не расскажу, а покажу. И не одну. То есть как? А вот вы сумасшедших видели? Настоящих, разумеется. Нет. Поедемте со мной на пряжку. Там и выберите себе Жизель по вкусу. Завтра же.
Что это утро? Да нет, ты спал всего минут 10. Прости. Такая, знаешь, дрянь приснилась, вроде хореографии твоего Фокина. Ты почему одет? Ты что, уходишь? Да, я давно. Почему ты же хотела остаться? Теперь не хочу. Почему? Ну, я не знаю, не хочу и все. Ольга, давай хоть провожу тебя. Нет, 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 не надо, не надо. Видели, как вы спите? Что эту шлюху-то подцепил? Она балерина. Двигается хорошо. Слышь, какая ты грубая, а, женщина. Погрубеешь тут. Побегай с мою. Представляй. Да что ты можешь представлять-то? Бывай. Да ладно, не сердись. Вам бы выпить что-нибудь, Ольга Александровна. Поедемте ко мне домой. Отвезите меня в театр. Ольга, ты в своем уме? А что такое? А ты что, не понимаешь? А что я должна понимать? Нет, ты что, действительно не понимаешь? Ну, как такое могло прийти в голову? Я понимаю, он большевик. А ты, там же вольные люди. И вы едете туда, как в зоопарк, смотреть зверей? Это же мерзость, это в высшей степени мерзость. Все, оставь меня в покое. Я не в зверинце была, я актриса. Ты сам мне всю жизнь говорил, что надо наблюдать, надо ловить ощущения. Теперь из-за своей глупой ревности Ольга. Вы говорите все наоборот. Ой. Господи, как мне все надоело! Ольга, ну подожди, ну я прошу тебя, Ольга. Ольга, успокойся. Успокойся ради Бога. Ольга! Ольга, ну прошу вас, ну успокойтесь же ради Христа. Ну послушайте же вы меня. Не надо вам на это глядеть. Я за вас боюсь. Ваша психика надорвется. Мне не сумасшедший жалко, я вас жалею. А вот не надо меня жалеть. Вы не имеете права. Ольга.
Меня жалеть, вы лучше жену свою пожалеете, а меня оставьте. Ах ты дрянь! Вот дрянь бесчувственная. Thank you.
Зиночка вчера утонула. Я уже читал. Волынский. Он пишет, что это я хотела ее смерти. Ты читал? Бери в голову. Это он мстит. Любовника себе лучше надо выбирать. Он сумасшедший. Он даже не знал, что я могла оказаться в той же лодке. А ты знал? Знал или нет? Как ты понимаешь, я могу сказать все, что угодно. Но я не буду. А я знал. Ну, знал. Знал, ничего не сделал. Я ничего не мог бы сделать. Почему? Потому что дурой была, болтала много. Убийца. Оль, ну какой я убийца? Ты тоже, я все поняла, вы все убийцы. Что ты поняла, ты же ничего не знаешь. Слава Богу, что я ничего не знаю. А ты с ума сошла. Ну, как там, Нежинский? Кому он сейчас нужен, Серж, милый? Я так и думал. Я черную розу, пардон, эмблему печали, в тот памятный вечер тебе преподнес. А чего такая печаль? Мы оба сидели, мы оба молчали, нам плакать хотелось, но не было слез. Здравствуйте, я Серж Шлифарь, ваш новый партнер Жизель. Я вас знаю. Вас все знают, я очень рада. А вы уверены, что я вам подойду? Я много видел вас. Я обожаю ваш талант. Я частенько разговариваю о вас. Сережей Дягилевым. Он также высоко ценит вас. Выше Павла. Хотите пойти? Видите, у меня за спиной субъекта в оранжевом жилете. Ну, вижу. И что? Могу поспорить, что у него синий платок. А если он у него зеленый? Вряд ли. Пардон. Опля! Зловещая история, достойная сайта, как я предполагал, у профурсерку уехал из Парижа. Пардон. Вчера мы ушли, потом был так. Вот видите, я всегда прав. Так мы будем работать вместе, вы согласны? Да, я согласна. Ну, а если вы согласны, вы должны отобедать со мной завтра. Я с удовольствием, но... Никаких «но». Итак, до встречи. Простите. Да, ну когда и где? В оркестре играет гитара со скрипкой, шумит полупьяный ночной ресторан. Так что же ты смотришь с печальной улыбкой?
носовой, недопитый шампанским бокал. Катя! Добрый день. Ольга Александровна дома. Повесь какой-нибудь, спасибо. Ольга Александровна! Что вы хотите? Здравствуйте. Я Антон Долин. Вы меня не знаете. Я танцовщик. Вы не могли бы уделить 5 минут? Мне. Катя! Принесите чаю. Ольга Александровна, я понимаю, что я выгляжу глупо, но я прошу меня выслушать и не перебивать. Хорошо, я вас слушаю. Дело в том, что вы мой кумир. То есть, я понимаю, что я не один такой, но, то есть, а вы читали «Египетские ночи» Пушкина? То есть, вы, конечно, читали. И... дело в том, что я, как у Пушкина, вы для меня кумир настолько, что я готов отдать жизнь за одну ночь с вами. Я вот и знал, что... Я так и знал, что вы будете смеяться. Да? Развеселили. Катя. А вы меня сейчас выгоните? Да. Да? Нет. Ой. Долин. Долин, во-первых, я вас не выгоню. Во-вторых, я буду рада с вами подружиться. Правда? Я так счастлив. А в-третьих, идите и подумайте на досуге, что бы со мною было, если бы я спала со всеми своими поклонниками. Иду. Значит, может быть, приходить еще? Спасибо. Ой. Дело в том, сэр, что у меня несчастный характер. То есть? То есть люди, которых я люблю или которые любят меня, обычно становятся несчастными или умирают. Бросьте, Ольга, все бывают несчастны. Это совпадение или не везет? Не всегда везет. Не везет людям, которые находятся рядом со мной. Вот посмотрите, со мной вам будет весело. Я никогда не бываю несчастлив. Я вас к себе на ухо.
связь я бросила ради тебя. Ты не представляешь, как я рискую. А я не могу без тебя. Даже под угрозой смерти не могу. Это все, что ты хотел мне сказать? Ольга, я умоляю тебя выслушать меня. Я не должен был сюда приезжать. Я пошел на преступление ради того, чтобы увидеть тебя. Меня это больше не касается. Оленька, не будь такой жестокой. Не тебе говорить о жестокости. Ольга, я умоляю тебя. Я умоляю тебя вернуться ко мне. Я жду тебя через полчаса в кафе. Внизу. Этот звук. В особенности, когда в бокале есть шампанское. Чокнемся еще раз. Отчего вы такая грустная? Я не грустная. Тогда о чем вы думаете все время? О вас. Ах! Прав не стоит. Ну и что же вы думаете обо мне? Я думаю, что я вас люблю. Вас это удивляет? Нет. Это несколько неожиданно. Да? Вам это неприятно? Нет. Скорее, я польщу. Однако, Ольга, да. Я вынужден вам сказать, почему же я не сказал это вам раньше. Но вы и не спрашивали, и времени не было. Я думал, вы знаете, все знают. Видите ли, дело в том, что я люблю мужчин. Как? Почти так же. Но у вас же роман с Натальей. Как? Так. Нет, она моя подружка. Боже мой. Не расстраивайтесь, Ольга. Вы действительно единственная женщина на свете, с которой мне хорошо рядом. Не плачьте.
Я ужасно вас люблю. Саша, я думаю, что вам сейчас лучше уйти. Конечно. Но это правда. Я ужасно вас люблю. А вы придете на репетицию? Несчастный характер, мадам. Вас совершенно невозможно любить. От вас одни неприятности. По-моему, вас нужно просто... убить. Вы любите мужчин? Я очень люблю. Сказать, что я не могу репетировать, извините. Я очень рад вас видеть. Нет, Саша, вы меня не поняли. Я вообще не буду у вас репетировать. Извините. Да вы с ума сошли. Это совершенно невозможно. У нас через неделю премьера. Саша, я все понимаю, я не могу. Ну, поставьте себя на мое место. Подумайте, кем я вас заменю. Бред какой-то. Ну, будьте же, в конце концов, человеком. Саша, вы меня обманули. Натали мне сказала, что вы с ней помолвлены. Дура! Истеричка! Премьеру! Да! Я помолвлен! Да! Я люблю не вас! Ну и что? У вас действительно несчастный характер! Все норовите по-своему вывернуть! Даже меня заставляете плакать! Ольга! Истеричка! Почему? Не могу и не хочу. Что такое?
премьер на носу. Ну, плевала я на вашу премьеру. Стеречка. Эй, детка, детка, что случилось? Что с тобой случилось, а? Вы меня обманули. Кто тебя обманул? Кто тебя обманул? Ты меня обманул, и он меня обманул. Когда я тебя обманул? Когда я тебя обманула? Вы меня что, заставляли играть? Как что? Что она истеричка сумасшедшая. Истеричка сумасшедшая, да, все правильно. Сами вы сумасшедшие. Мы все сумасшедшие, детка, мы все сумасшедшие. Ну зачем вы меня мучаете? У меня спина болит. Ой, да, да пойдем. Сразу бы сказала. И вообще я актриса, а не балерина. Девочка великая актриса, великая. Не хочу больше. Великая, замечательная. Думаете, я истеричка? Характер несчастный. Замечательно. Ой, вы меня убить хотите. В этом душе примем водочки. Несколько дней я прихожу и сижу вот здесь. Как только вы совсем поправитесь, мы поедем с вами в Лондон танцевать Джизель. Я уже обо всем договорился. Катя, принесите чаю. Я так мечтаю выйти с вами на сцену. Джизель, я танцевать больше не буду. Ну, хватит, Ольга. Вам пора вставать и принимать лекарства. Господи. Я вам никогда не поверю. Я вас уговорю поехать в Лондон. Хватит или нет? Я стал такой опытной сиделкой. А кто это может быть? Катя! Сумасшедший дом. А, проходите, проходите, мистер Браун. Проходите. Может? Я еще не успел рассказать Ольге о вас. Можно? Ольга? Это мистер Браун. Здравствуйте. Как здоровье нашей больной? Ничего, мистер Браун. Прошу прощения, мне неловко тревожить ваш покой, но мы с месье Долиным страшно беспокоились. То есть я понимаю, что за вас переживают миллионы ваших почитателей, но в самом деле... Но вы даже подружились на почве переживаний. Да, совершенно верно. Это вам. К сожалению, я не имею счастья знать, какие именно цветы вы предпочитаете. Надеюсь, узнать со временем. Но, может быть, вы любите тюльпаны? Я не люблю тюльпаны, но я очень люблю пионы. Присаживайтесь. Благодарю вас. Принесите мне покрывало. С удовольствием. Нет, я. Мистер Браун, в чем дело? Я понимаю. Ну, нет, мне я принесу. Сказали. Нет, спасибо. Нет, я без вас об этом. Не нет, уступлю. Мистер Браун. Не надо. Мистер, пожалуйста. Не надо, мистер. Это смешно, в конце концов, ну, мистер. Пожалуйста. Хорошо. Хорошо, аккуратнее только. Да. Осторожнее, Ольга. Мистер Браун, я вас совсем не знаю. Я сейчас не в состоянии вести светскую беседу. Поэтому, пожалуйста, говорите вы. Мне будет очень интересно вас послушать. О чем, мистер? Ну, я не знаю, мне все равно. Хотя вас самих. Ага, конечно, конечно. Но вы знаете, Ольга, я совершенно неинтересный человек. И я абсолютно неодаренный ни в какой области. Ну, разве, может быть, кроме финансов? Как вы сказали, совершенно неинтересный человек? Да. Я абсолютно неодаренный. Абсолютно. Но я очень люблю балет. Ну, вот видите, я, кажется, развеселил нашу больную. Балет.
Бонжу. Долин, вы опять здесь, я страшно рада вас видеть. Ольга, вы сегодня снова так танцуете, что мне опять за вас умереть захотелось. Не надо за меня умереть. Поправьте, меня здесь что-то слева колет. А-а-а. Поправьте. Долин, осторожно, у вас руки холодные. Не надо. Вы пользуетесь моим хорошим настроением. Ольга, я буду еще более дерзким. И я приглашу вас завтра со мной. Пообедать? Можно? Нельзя. Почему? Я завтра страшно занята, и вообще я уже приглашена. Кто? Долин, вы смешной. Rue de Passy, d'abord, s'il vous plaît. Не люблю, когда в окна выходят на улицу. Жорж, мне глубоко безразлично, что вы любите, а что нет. Потому что я не люблю вас. И не полюблю никогда. Вам бы следовало это понять. Заметьте, дорогая, что я вас никогда об этом не спрашивал. Из чего можно сделать вывод, что, во-первых, мне это известно. А во-вторых, что мне это глубоко безразлично. Да, меня вполне устраивает, что я люблю вас. Поэтому в следующий раз, когда вы захотите со мной поссориться, скажите просто, по-человечески, уходи. Простите меня. Простите. Мне не за что прощать вас. Выкиньте все это из головы и одевайтесь.
опоздаете в театр. Вы меня проводите? Конечно. Я жду вас внизу. С кем вы разговаривали? Я ни с кем не разговаривал, я читал. Ну что ж, вы же разговаривали с ним. С кем? С китайцем. Каким китайцем? Здесь не было никакого китайца, вам показалось. Ну что ж, я же видела. Ольга, вам померещилось? Что ж, вы не смеете мне лгать! Я не сумасшедшая, я вас прошу уйти и больше никогда не приходить. Вы меня слышали? Никогда! Ольга, да что с вами опять? Возьмите себя в руки! Почему вы до сих пор здесь? Вас же все ждут. Что Долин, случилось? Я никуда не поеду. Почему? Долин, меня хотят убить. Кто? Браун, ну идите. Ольга, вы идите. Вы с ума сошли? Вы... Долин, вы ничего не понимаете. Он же связан с китайцем. С каким китайцем? Я ничего не понимаю. Ольга, Ольга, перестаньте немедленно. Ольга! Я пойду позвоню. Я буду звонить в театр, чтобы они немедленно отменили съемку. Какую съемку? Как какую? Нас сегодня с вами снимают на кинопленку в Жизель, а вы не помните? Вы совсем не помните? Долин, я что, действительно сошла с ума? Может, мне показалось? Я думаю, что показалось. Жорж вас очень любит, и я думаю, что все это нервы. Да, вы просто нервы. Очень утомлены. Ольга, вам нужно просто отдохнуть. Вы отдохнете, и все наладится. Выгнал меня сумасшедший. Да нет, Джордж вернется. Это нервы. Может, мы поедем сегодня в театр, а? А? Мне все равно. Как это все равно? Это не может быть все равно. Ольга, что значит все равно? Это, например, останется в веках для потомства. Может быть, все, что от нас останется? Ну, так же все. Все? Ну хорошо, раз для потомства, ты снимайте тогда сцену сумасшествия. Самая великая Жизель на свете. Никогда. Никогда вы так не танцевали. Антон, вы все-таки ужасно любите эффект. Жорж, я страшно рада, что вы вернулись.
Вы меня простите, я ужасно устала. Вы поедете со мной в Америку, там поправитесь, отдохнете, и все будет опять хорошо. Господа, съемка продолжается. Молчите же. Вы меня слышите? Ольга, мне необходимо отлучиться. Ненадолго. Я буду через полчаса. Не скучайте без меня. Поспите, что ли. Ну вот и хорошо. Она со всеми поссорилась, потом исчезла, ее нашли на дороге за городом. Просто шофер нашел. Она не помнила, как ее зовут, потом сказала, что нужно в театр, а была Жизель. Она вышла на сцену, потом посередине забыла партию и... еле-еле удалось замять. Жорж, нужен доктор. Она не помнила, как ее зовут. Господи, ну почему так все должно было произойти? Жорж, вы меня простите, ей-богу простите. Я не должен был этого говорить. Я люблю ее всю свою жизнь. Я не должен был это делать. Простите меня, Жорж, нужно в больницу.
Я все это знаю. Уже давно. Не плачьте, Доля. В больницу я ее не дам. Нет. Пусть все идет как есть. Но лечить надо ее, Жорж. Ну поймите же вы. Ну поймите же вы. Ну лечить. Я собираюсь повезти ее в Швейцарию. Угу. Я наводил справки. Там есть один психиатр. Вот. Жорж. Конечно, конечно. Конечно. Ну, повезите ее. Повезите. Может, их еще можно спасти, а? Мы с вами это еще обсудим. Угу. Приходите, может быть, да. Завтра. Вы же придете. Ну, конечно. Жорж, вы меня простите, ради бога, что я. Ну что? Я не сдержался. Конечно. Швейцария. Помогите ей, Жорж. Я должен идти. Я понимаю. Прощайте, Долин. Счастливо, Жорж. Это я. А как вы догадались, что мы переезжаем? Вы совершенно удивительная женщина. Я как раз шел вам сказать, что нам надо сменить гостиницу. Мне показалось, что здесь попадаются какие-то подозрительные личности. И я решил, что нам не стоит здесь оставаться. Вы необыкновенно хороши сегодня, дорогая. Что-нибудь не так? Мясо. Гнилью пахнет. Да? Странно. Я не буду его есть. Конечно, вы не ешьте. Вот, может быть, хотите мое? Я ел, по-моему, не дурное мясо. У вас то же самое. Да. Но я его ел. Жорж, принесите воды. Разрешите? Пожалуйста. Горькая. Странно.
Ну, вы попробуйте. Очень может быть. Горькая. Да, конечно. Правы, Ольга. У вас вкус потоньше. Жорж, я не хочу оставаться в этом отеле. Мы уезжаем немедленно. Хорошо. Хорошо. Мы сейчас, конечно, уедем. Только не волнуйтесь, Ольга. Я сейчас распоряжусь. Вы довольны, дорогая? Очень. По крайней мере, я надеюсь, что здесь хорошо кормят. Кто это там развлекается? Пускай это солнечный зайчик. Я сейчас вернусь, дорогая. Пойду узнаю, привезли ли наши вещи. Я с вами. Не нужно. Я сейчас вернусь. Успокойтесь, Жорж, я вам сейчас китаец. Все объясню. Ты тут самый китаец, Боже. Ольга, я не хотел вас. Я же вижу, как вы мучаетесь. Жорж. Простите меня, Ольга. Жорж, ну зачем вы хотите убить меня? Бог с вами, Ольга. Никто не хочет вас убивать. Что за нелепость такая? Ольга, вы должны меня выслушать. Я не имею права вам говорить, не должен. Я не хотел, чтобы вы знали, но я коммунист. Коммунист? Да. А я думала, что вы бизнесмен. И бизнесмен, но я связан с русской разведкой, вы понимаете? Коммунист?
смеетесь, Ольга? Тихо. Жорж, обнимите меня немедленно. Почему я всегда связываюсь с убийцей? Этот китаец со мной работает. Меня вы больше не боитесь? Больше не буду. Ведь вы хотели уйти сегодня. Сбежать. Да? Я понял. Никогда я от вас, Жорж, не денусь. А китаец ваш все равно страшный. Она орет на весь отель уже полтора часа. Не может сказать, кто она такая. Мы должны немедленно просто отправить ее в больницу. Это совершенно невозможно. Ну все, 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 все. Оля. Очень хорошо. Вы ее муж? Нет. Я друг. Пойдемте поговорим, не совсем муж. Значит так, она кто? Она балерина. Очень хорошо. Ольга Спесивцева. Прекрасно. Она русская? Так вот, она иностранка, у нее нет вообще никаких документов. Пустите ее. Это совершенно невозможно. Она в очень плохом виде. Необходимо в клинику. Давайте. Оля! Долин! Оля! Долин! Оля! Долин! Оля! Оля! Долин, расскажите, вы любите мужчин? Нет. Я люблю вас. Долин, я ужасно люблю мужчин. Это китаец. Я же говорила, что это китаец. Китаец всех убил. Он и меня хочет убить. Он и вас всех убьет. Китайцы, они всех убивают. И поют. Взять себя в руки и немедленно... Отпусти меня! Она надо немедленно успокоиться. Она надо успокоиться. Она надо успокоиться. Она надо в больницу. Она надо в больницу. Понимаете? Нам надо в больницу. Нам надо в больницу. Давайте, давайте в больницу. Давайте, давайте. Берите, берите. Берите, берите, берите в больницу. Не надо, Долин! Долин!
я не нянька. Не сиделка и не доктор. Я не могу, понимаешь, не могу и не хочу тратить свою жизнь на то, чтобы уговаривать тебя взять себя в руки. Если тебе даже здесь плохо, я не знаю, что с тобой будет дальше. Я испробовал уже все, что мог. Господи, когда я вспоминаю, какой ты была прелестной, и когда я вижу, какой ты стала сейчас, честное слово, мне хочется сбежать от тебя. Или чтобы ты исчезла. Растворилась, чтобы тебя вообще не было.